Моря и океаны омывают берега нашей Родины на севере и на юге, на западе и востоке. На десятки тысяч километров протянулись водные границы Советского Союза. И на всех морских рубежах бдительно несут вахту корабли нашего славного военно-морского флота. Вместе с советской армией военно-морской флот – верная защита мирного труда и счастья советских людей. День на флоте начинается рано, с восходом солнца. Команде «вставать, койки убрать» означает этот сигнал. Утренняя зарядка на крейсере. Команда построена для подъема флага. В 8:00, когда пробьют склянки, по команде «Флаг и гюйс поднять», все на корабле застынут в положении смирно. Военно-морской флаг – святыня корабля. Вступив на палубу, каждый моряк прежде всего отдает честь флагу. Как принято говорить, во флоте идет большая приборка. Наводят чистоту от киля до плотика. Моряки любят свой корабль, свое боевое оружие. Дни военного моряка протекают в непрестанной учебе, в постоянном совершенствовании боевого мастерства. В обучении матроса большое место занимает морская практика. Не сразу научишься быстро подниматься по шторм-трапу. Учеба на парусниках необходима для воспитания моряка. Здесь развиваются ловкость, сила, глазомер и смелость. Учебные парусники в современном флоте как бы подчеркивают, какое огромное развитие получила морская техника. Мощное современное оружие, сложная техника, исключительная скоротечность боевых столкновений на море повышают требования к подготовке личного состава флота. Учеба идет на всех боевых постах. Команда тральщика тренируется в постановке трала. Трал – устройство для обнаружения мин. С помощью буйков трал удерживается на заданной глубине. Трал подсекает стальной трос, на котором стоит якорная мина. Она всплывает на поверхность, где ее уничтожают.
Политзанятия на корабле. Моряки нашего флота, где бы они ни находились, живут одной жизнью со всей советской страной. На всех берегах нашей Родины несут боевую службу артиллеристы береговых батарей. Зоркие часовые стоят на постах. Дальномеры во много раз увеличивают зоркость человеческого глаза. Радиолокационные приборы видят дальше, видят и днем, и во мраке ночи. На экране радиолокационной станции появился импульс. Обнаружен корабль условного противника. Батарея должна его встретить огнем. По сигналу боевой тревоги расчеты занимают места у орудий, замаскированных и скрытых в толще скал. Дальнобойные батареи способны вести действительный огонь на дистанцию нескольких десятков километров. Подвижная береговая батарея на железнодорожных платформах. О боевых заслугах батареи Великой Отечественной войны свидетельствуют звезды на стволах орудий. Перед обедом хорошо освежиться. Бодрую, сильную, жизнерадостную молодежь посылает советский народ на службу в военно-морской флот. Обед на палубе крейсера. Свободный час. Отдых прерван. Сигнал всему соединению. Корабли к походу изготовить. Корабли в походе. Кильватерная колонна. Корабли идут строем уступа. Для того, чтобы части и соединения флота представляли собой слаженный боевой организм, четко и безотказно действующий в любых условиях, нужна упорная учеба. Боевая тревога. Несколько минут, и корабль будет приведен в боевую готовность. Стволы орудий освобождаются от пробок. Задраиваются люки, горловины. Зенитчики в любую минуту готовы открыть огонь.
торпедные аппараты. Нос! Корабли готовы к бою. Моряки любят море. Настоящую закалку получают молодые моряки в плавании, в дальних походах. Давно уже русские моряки сложили поговорку: «Море значит дома». В современных кораблях военно-морского флота воплощены трудовые достижения советского народа, успехи социалистической промышленности и науки. День военно-морского флота – праздник всего советского народа. Это особенно ярко ощущалось 25 июля в Ленинграде, городе, который связан вековой традицией с морем, со всей славной историей русского флота. Против Петропавловской крепости на Неве выстроились корабли. Личный состав кораблей построен по большому сбору. Торжественный подъем военно-морского флага и флагов рассвечивания. Тысячи ленинградцев заполнили гранитные набережные. Главнокомандующий военно-морскими силами адмирал флота Кузнецов. От мала до велика советские люди любят свой флот, верного защитника нашей мирной жизни. О начале парада возвещают залпы салюта. Катер главнокомандующего обходит строй кораблей. Первым в строю Балтийского флота легендарный крейсер «Аврора», героический корабль, овеянный бессмертной славой Великого Октября. Сейчас здесь воспитываются будущие моряки, юные нахимовцы. Адмирал флота поздравил нахимовцев с праздником. Моряки балтийцы. Много славных страниц вписано ими в боевую историю советского флота, в историю нашей Родины. Катер подходит к трапу флагманского корабля. На крейсере поднят флаг главнокомандующего военно-морскими силами. В своей речи товарищ Кузнецов сказал, что военные моряки беспредельно преданные советскому народу, коммунистической партии и советскому правительству сделают все для повышения боевой готовности военно-морского флота, стоящего на страже интересов нашей социалистической Родины. По окончании парада на полноводной Неве выступили моряки-спортсмены. Первыми прошли в строгом строю рейдовые катера. Грибные шлюпки.
Туристическая гребля на Восьмерках. Верботы. Промчались в вихре пены торпедные катера. Далеко от Ленинграда, на туманном севере, также широко отмечали День военно-морского флота. Парад принял командующий Северным флотом адмирал Чебаненко. Северный флот. Памятные его дальние рейды среди ледяных полей. Боевые схватки во мгле полярной ночи. Дерзкие десантные операции в годы Великой Отечественной войны. Прежние его просторы. И тот, кто подружился с морем, тот всем сердцем привязан к нему. Море любит смелых и сильных людей. Сила, ловкость, смелость, твердость характера – все эти качества моряка воспитываются в упорном труде и учении. На Тихом океане экипаж комсомольского торпедного катера, где командир капитан-лейтенант Анатолий Караваев, снискал себе славу отличников-новаторов. Экипаж гордится своим лучшим рационализатором Григорием Лукьяничевым. Хорошее знание техники требуется от моряков, чтобы успешно выполнять задачи боевой подготовки. Моряки-подводники – это гордость нашего военно-морского флота. Экзаменом для экипажа являются учебно-боевые походы.
походах проверяется слаженность коллектива, мастерство каждого моряка. Перед кораблями противолодочной обороны поставлена учебная задача – найти и уничтожить подводную лодку противника. Цель обнаружена. Атака! Учебное плавание проходит в обстановке, приближенной к боевой. Как всегда, в боевом содружестве с моряками — летчики. В этих полетах отрабатывается взаимодействие с кораблями. Хороший помощник военного корабля — вертолет. Он и разведчик, и связист. Вертолет может доставить моряков на отдаленные посты, спасти людей в открытом море. В учебно-боевых походах вертолет может решать различные задачи. Крейсер Дмитрий Пожарский. Учебно-боевая тревога. Она может быть в любую минуту. Надо быть к ней всегда готовым. А в часы отдыха интересно послушать о дальних походах, о том, что волнует моряка сегодня и о будущем. Душевные беседы командира Алексея Алексеевича Щербакова близки сердцу моряка. Заканчивается день. Не всегда бывает спокойно море.
людям стальных кораблей не впервые вступать в борьбу со штормом. В этой борьбе со стихией готовятся и моряки-нахимовцы. Позади первый учебный поход. Испытания первых трудностей флотской службы останутся в памяти на всю жизнь. Ленинград – родной город моряков. Он связан вековой традицией с морем, со всей славной историей русского флота. Ленинградское Нахимовское училище. Сотни его воспитанников после окончания высших военно-морских училищ стали передовыми офицерами. Вот один из них, старший лейтенант Валерий Озерной, помощник командира корабля Краснознаменного Балтийского флота. Военные моряки поддерживают крепкую связь со своим шефом, комсомолом. Экипаж крейсера «Свердлов» много лет дружит с комсомольцами и молодежью Алтая. Это и понятно. Почти половина экипажа – алтайские комсомольцы. Комсомольцам Алтая был вручен почетный переходящий приз военно-морской флаг от экипажа крейсера «Свердлов». Флаг находится на всесоюзной комсомольско-молодежной стройке у бетонщиков передовой бригады Бакановича, борющейся за звание бригады коммунистического труда. Четыре бригады борются за почетный военно-морской флаг. Теплые слова сердечных поздравлений с Днем военно-морского флота шли с Дальнего Алтая на крейсер «Свердлов». Ежегодно советский народ отмечает как большой праздник День военно-морского флота. Первыми встречают свой праздник моряки Тихоокеанского флота. Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Фотин поздравляет личный состав кораблей с праздником. Город-герой Севастополь. Командующий Черноморским флотом адмирал Касатонов направляется к праздничному строю кораблей. Парадом спортсменов открылся традиционный водно-спортивный праздник.
когда в этот день на корабль приехали гости. Повидаться с сыном приехала из Куйбышева учительница Ольга Федоровна Афиндульева. Как не позавидовать Борису? Прибыл коллектив ансамбля песни и пляски Одесского военного округа. Наша страна – великая морская держава. Два океана и 12 морей омывают ее берега, а морские границы тянутся на десятки тысяч километров. Сильные, мужественные, смелые военные моряки бдительно охраняют мирный труд советского человека. За тысячи морских миль от Баренцева моря на пороге Тихого океана в бухте Золотой Рог. Строй кораблей обходит на катере командующий Тихоокеанским флотом адмирал Пантелеев. Хранят боевые патриотические традиции русского флота, традиции варяга и канонерской лодки «Кореец». Владивосток принял участие в празднике. В Амурском заливе в массовом заплыве участвует 1000 моряков. Севастополь – город неувядающей славы русского флота. В этот день празднично было на улицах Севастополя. На рейде парад принимал командующий Черноморским флотом адмирал Горшков. Черноморский флот. Его флаги овеяны славой Ушакова и Нахимова, славой революционных матросов, броненосца Потемкин и неустрашимых героев Великой Отечественной войны. Учебное парусное судно «Дунай». Thank you.
Праздник открыли самолеты-знаменосцы. Владыка морей Нептун явился поздравить черноморцев с праздником. И как сказочные богатыри за дядькой Черномором вышли из пучины солдаты морской пехоты. Здесь в заплыве участвовало 5000 моряков. Народные гуляния в этот день проходили в десятках городов. Отдыхали, веселились на кораблях. Часа. Всюду, где реет флаг советского военно-морского флота, был дан праздничный салют, и взлетели в небо разноцветные огни фейерверков. В честь нашего флота, в честь любимых сыновей советской родины, отважных моряков. Советский флот вместе с советской армией надежно охраняет рубежи нашей Родины, несокрушимого оплота мира во всем мире.
Тревога! Ее ждали, к ней готовились. Но никто не знал, не мог знать, какие испытания предстоят каждому. И лишь теперь, когда эти кадры стали историей, можно вернуться к ним и осмыслить. Осмыслить гигантские по своему напряжению и размаху события. Сотни самолетов морской авиации всех родов и видов. Части и подразделения морской пехоты. Надводные и подводные корабли различных классов и назначений. Все флоты Советского Союза были участниками крупнейших в истории нашей страны маневров под кодовым названием «Океан». Ареной маневров были Атлантический океан, моря Северное и Норвежское, Баренцево и Балтийское, Черное и Средиземное. Они проходили и на Тихом океане, в морях Охотском, Японском, Филиппинском. Руководил маневрами главнокомандующий военно-морским флотом адмирал флота Советского Союза Горшков. Маневры начались в апреле. Тяжелые льды и плотный туман затрудняли выход кораблей краснознаменного Северного флота под командованием адмирала Лобова. Каждый из моряков считал за высокую честь встать на вахту именно в эти дни, когда страна отмечала столетие со дня рождения Ленина. С радостью восприняли североморцы приказ министра обороны СССР о присвоении лучшей подводной лодки победительницы в юбилейных соревнованиях почетного имени Ленинец. Кажется, что недавно делегаты 23-го съезда партии аплодировали героям кругосветного плавания отряду советских атомных подводных лодок. Памятные слова Гагарина. Освоение океанских глубин не менее сложно, чем покорение космоса. А сегодня, как прокладка космических трасс, так и подводных, стало делом повседневным. Атомоходам доступны любые широты и меридианы. Стремителен порыв советской науки. Неудержима в своем развитии наша техника. Но как бы ни была она совершенна, последнее слово за теми, кто владеет ею. Не стареют слова прославленного адмирала Нахимова о том, что матрос есть главный двигатель военного корабля. Да, без него недвижны могучие дизели и реакторы, слепа радиолокация, нема гидроакустика, только моряк. Его воля и знания не дадут кораблю сбиться с курса. На современном флоте, как правило, каждый матрос со средним образованием, а офицер с высшим. Но этого мало. Необходима закалка. Ее можно получить лишь в море. Ведь нельзя воспитать мужественным человека, не поставив его в условия, требующие мужества. Такими условиями и были маневры «Океан». На них боролись со штормом не только корабли дважды краснознаменного Балтийского флота под командованием адмирала Михайлина. Все флоты испытали на себе удары ураганных ветров и циклон. И многие молодые матросы, быть может, впервые почувствовали тогда, что значит
один за всех. Точность и слаженность. Команда двух кораблей действует как одна. С танкера идет заправка топливом прямо в океане. Малейшее отклонение от курса, и самолет окажется под ударами упругих струй, идущих от воздушного танкера. Майору Щербо, заместителю командира полка по политической части, надо быть снайпером, чтобы с первого же захода попасть в конус приемником горючего. На маневрах политические работники были там, где всего труднее, где были необходимы смелость, решительность и направляющая воля коммунистов. Днем и ночью, в любую погоду, на предельной дальности несли свои вахты пилоты морской авиации. Отлично была поставлена воздушная разведка на всех флотах. На краснознаменном Тихоокеанском под командованием адмирала Смирнова и на удаленном от него на тысячи морских миль краснознаменном Черноморском под командованием адмирала Сысоева. В период развертывания основных сил воздушная разведка вела поиски условного противника и, прежде всего, его главной ударной мощи атомных подводных ракетоносцев. Десяткам различных систем и приборов поиска лодок располагают самолеты. Не меньший арсенал противолодочных средств и у надводных кораблей. Умение использовать их не раз демонстрировали на маневрах крейсеры «Ленинград» под командованием Михаила Сергеевича Звездовского и «Москва», командир этого крейсера Борис Сергеевич Романов. Между командами крейсеров давно ведется соревнование. Оно захватило всех. И первоклассного рулевого старшину Михаила Борисова, и команду машинного отделения во главе со старшиной Владимиром Малых и гидроакустиков. Александр Кегель сделает все, чтобы первым обнаружить подводную лодку. Такую же задачу решают и вертолетчики. Своими приборами вертолетчики прослушают и просмотрят океанские глубины. Подводная лодка не так уж бесследна и бесшумна. Если натренированный слух гидроакустика способен уловить даже дельфиний разговор, то подводная лодка от него наверняка не уйдет. Есть контакт, доложит он, и точно сообщит координаты цели. Бить по подводной лодке надо без промаха, иначе она ответит. На маневрах, как на войне. За атакой следует контратака, и стрельбы ведутся настоящим боевым снарядом. Динамика современных морских сражений требует от командиров особенно точных и быстрых решений. На помощь приходит вычислительная техника. Она обработает информацию,
А связисты передадут ее. Командир подводной лодки «Громов» получил приказ. Его экипаж готовится нанести удар, способный поразить агрессора в любой точке земного шара. Конечно, это имитация ядерного взрыва, но цель поражена точно. Боевая тревога. В воздухе скоростной радиоуправляемый самолет-мишень. Его засекли радарные установки за сотни километров от корабля. Самолет-мишень сбит. Обстановка меняется. Теперь мишень самодвижущийся корабль. Ко всему надо быть готовыми. Вплоть до борьбы за спасение корабля. Ее имитировали так, чтобы обстановка была максимально приближена к реальной. Заделать пробоину – одна задача. Другая – быстро надеть противоатомные костюмы и обработать палубу специальным раствором. Сражение не затихает. Противник вводит новые резервы. Атакуют катера. Маневры «Океан» — это не только схватки кораблей, пуски ракет, воздушные налеты и артиллерийские дуэли, когда противники видят друг друга лишь на экранах локатора. Маневры — это и морской десант. За его высадкой на полуостров Рыбачий наблюдал министр обороны СССР, маршал Советского Союза Гречко.
Комсомольцы Лебедь, Вольф, Данилов и Гидаленко были знаменосцами штурмового отряда десантников. Так по традиции военных лет в морской гвардии называют тот экипаж, которому доверяют знамя. Его предстояло доставить и водрузить на дальних северных берегах, на полуострове Рыбачьем, где каждый камень — памятник героизму его защитников. 1150 дней держала там оборону морская пехота, не отдав врагу пяди родной земли. И вот через 25 лет новое поколение десантников готовится к штурму Рыбачьего. Авиация расчищает им путь, нанося бомбовый удар. Корабельная артиллерия прикрывает высадку десантников. Высадка началась. Ни крепкий ветер, ни сильная качка, ни высокие волны, захлестывающие смотровые щели. Ничто не остановит плавучие танки. Они сходу вступили в дуэль с танками, обороняющими берег. Неудержимы в своем порыве атакующие. Стремителен и смел удар наследников славы морской гвардии. О верности гвардейским традициям говорил, поздравив участников с окончанием маневров, маршал Советского Союза Гречко. Совершены маневры «Океан», подлинный смотр могущества нашего флота, высшая форма его оперативно-тактической подготовки в планировании проведения крупных морских операций при взаимодействии всех родов войск. И вот родные берега. Сколько раз мысленно возвращались к ним в дальнем походе, в долгой разлуке с близкими. Возвращались и ждали этих минут. Так встречали участников маневров «Океан» по всей нашей стране. Они показали отличную боевую выучку. Каждый из участников маневров был награжден юбилейной ленинской медалью за безупречную службу.